Он напоминал войну. Гремели взрывы и гибли люди. При испытании жидкостного реактивного двигателя погиб энтузиаст межпланетных сообщений Макс Валье. В своей лаборатории погиб немецкий инженер Рейнгольд Тиллинг. Но цель была слишком грандиозна, слишком заманчива. Новые энтузиасты строили новые ракеты. В 1929 году впервые в мире поднялась к небу ракета американского профессора Годдарда. А в 1933 году испытывалась первая ракета в нашей стране. Ракета, созданная ГИРДом, группой изучения реактивного движения. Участники первого старта волновались. Взлетит ли ракета? Хватит ли у нее сил оторваться от Земли? Но вот ракета заправлена бензином и жидким кислородом. Все отошли, но недалеко. Хотелось лучше видеть. Медленно нарастает давление кислорода. Но вот, наконец, 13 атмосфер. Можно открывать вентиль. Контакт. Появилось пламя. Ракета ревела, но не шевелилась. Летит или нет?